Я вот когда пришел в интернет в 2010 году, я нашел такой сайт, мне посоветовали YouTube. Я даже не знал, что такое клавиатура. Я всему сам научился. Некоторые говорят, я тоже сам научился, даже ничего по почте отправить не могу, даже какой-то файл, короче. Да. Значит, ты не учился. Зайди ко мне на сайт и скажешь себе, а как это так? Как так? Какими спецпрограммами все это было сделано? А все просто. Программа Nero, семерка. Формат Factory. GIF. Гламур. Ну, соответственно, программы-то это что? Это те же пассатижи. То есть нужны что? Мозги. И когда я пришел в 2010 году в интернет, ну, не масоны, конечно, что. Иллюминаты на меня вышли. Ну, слух-то разошелся сразу, конечно же, что. Поисковики же на самих феноменальных людей же есть. И так далее. И они мне начали объяснять, что люди это животное. Так вот, Дональд Трамп, я этого не понимал. Я не понимал год. Не понимал еще полгода. И потом мне опять говорят, ну ты убедился, что это животное? И мне было просто стыдно за вас. Сейчас-то я уже знаю на 100%, что вы животные. Да, я просвещенный. Я могу сейчас историю преподать, короче, ну, допустим, от Наполеона там, ну, вплоть до революции. Что Гитлер-то 4 года война-то была, знаете почему? Это символика фашистского креста. 4. Англия замутила эту войну, ты понимаешь? Ну, так это сказала овчарке немецкой ФАС. Проспонсировали все, собрали там. Так же с Наполеоном было. Не в планах было у кого-то, чтобы они выиграли или проиграли. Им надо было и Германию, и Францию, и Россию сократить в силе. Интеллектуально также. Сокращали вас, сокращали, короче, только при Гитлере там 50 миллионов, короче, трупов. Сделали все по-масонски. И потом английская колония США, от нее же кто на вас войну-то и послал, короче, помогла Америка вам, короче. Вот. То есть, понимаете, да? До вас доходит, да. Вы меня простите, что вы животные, но вы на самом деле животные. Понимаете? Вот придите сейчас вот в школу, животные, и скажите преподавателю, допустим, преподавателю, а ты откуда взялся человек? А тебе дурак-то это скажет, блядь, от обезьяны хули, да? Так вот. А у нас вот телосложение у женщин, у мужчин разные хули. Обезьяна-то, блядь, стройная хули, а, наверное, еще и от коровы, блядь. Наверное, еще и от свиньи хули, ну. То есть мне вот так вот все это объясняли. Они говорили, Сережа, это животные. И ты ничего не можешь им доказать и объяснить. Ты ничего не сможешь сделать. Они тебя поймут, но будут жевать все равно траву. А ты, говорит, Сережа, говорит, траву не жуй. Кушай, говорит, тортики. И так далее, короче. Запивай, говорит, крепким чаем. И лови бодряк. Ну, это вам только, короче, это. Наполеон, да?
потом Гитлер. Мы упустили что? Мы упустили революцию. То есть уйдем в прошлое на 100 лет. Я бы вам сейчас рассказал за машину времени, хуй. Но это 18+. Не будем об этом, не будем. Не для всех, знаете ли. И так далее. И смысл-то в чем? И революция что сделала? Она захватила страну. Опять же, кем? Великобритания. Воровали золото, сырье, алмазы и так далее. Все, что можно было. Давали вам бумажные деньги. И вы за эти бумажные деньги работали. То есть, что вы делали-то? Вы работали-то за бумагу. А покупали-то то, что у вас и так было, короче. И то, что у вас было в огородах-то, понимаете? То, что ваше-то вообще. Вы за это работали на кого-то, и вам давали бумагу. Понимаете? Логично. Ну, рубль-то понятно, сейчас 60, короче, рублей доллар, там, 70 там, рублей евро. А по сути, этого быть не может. И вот я вам сейчас элементарно скажу. К революции еще вернемся. Вот телефон у меня Lumia 640. Все вместе комплектом 15 тысяч. Доллар 60 рублей. Это модель американская. Полагайте. Разделите 15 тысяч рублей на 60. Я подсчитал, у меня получилось что-то то ли 500 рублей, то ли 200. Стоит этот телефон в США. То есть вы понимаете, что такое 200 рублей вообще? Это знаете, что это килограмм картошки, короче, в Москве купить можно эти деньги. В Москве, где Россия в 60 раз ниже Америки. То есть получается, ну как так и логично-то рассуждать. Получается, извините, в Америке-то не 50 рублей стоит килограмм-то картошки. Надо умножать на 60. То есть, ну, смысл-то в чем я вам потаскиваю, что вас ебут-то вообще не снимая штанов, хули. Ну, вам втюхали, как, блядь, скотуху, какую-то хуйню. Поняли, нет? Ну, как тут без мата скажешь? Да никак, хули. Ну, вы же, блядь, не поймете, хули. Ну, и смысл-то в чем? Революция пришла, все захватили. Ну, там это, Сталин, короче, да? Пидор Ленин, короче, сифилитик, блядь. Про пидор Сталин, блядь. Ёбаная чурка, блядь. Я-то метис, понимаете? Я не чурка, хуй. А есть смысл в чем? Золото-то почухали, люди-то, что оно исчезает, хуй. Вот представляете, НЗ в России, золотой запас, неприкосновенный золотой запас России. НЗР. Или РНЗ. Туда поставляют. А оно раз, нет. А куда что делать-то, короче, понимаете? Кто что украл-то, короче, к Сталину пришел один, второй, тема-то пошла, короче. Сделали вам 41-45. Сделали что? Зачистку. Вы думали, им нужны были ваши жертвы 50 миллионов душ? Не, ну что вы. Ни в коем случае. Это все прикрытие. Вам бы просто-напросто запретили рожать. Да, вам бы просто запретили рожать, если им не надо было бы вашу рождаемость. А сейчас за это деньги платят. Кабинки везде в Москве стоят, там в городах для детей, которые не нужны. А я больше чем уверен, что дети идут на органы. Да. Он вам не Димон, а я тебе, блядь, не кока, сука, ясно? Нет, животное ебаное, хули. Димон, блядь, да. Артемон, блядь. Ну и это смысл-то в чем? То есть вы меня поняли вообще, да?
Вот. Я жую, короче, да, вам. А вы глотаете, блядь.